Америка благодарит Россию за спасение подбитого в Афганистане вертолета. Признательность выразил лично президент Барак Обама, сообщил сегодня официальный представитель российского МИД Андрей Нестеренко. 8 дней назад под Кандагаром после обстрела произвел вынужденную посадку американский вертолет «Чинук». Дальше лететь он не мог. Поднять его на другом вертолете не получилось, после чего военные обратились за помощью к пилотам российской компании, занимающейся перевозками в Афганистане. 40-градусную жару в разреженном горном воздухе. Это все затрудняет работу двигателей. Экипаж самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26 взял 10-тонный «Чинук» на внешнюю подвеску и пролетел с ним 110 километров.